У 7-й школы установили еще один пешеходный переход. Вопрос о его необходимости поднимался неоднократно, и некоторое время назад выездная комиссия в составе представителей ГИБДД, сотрудников Департамента образования и дирекции муниципального заказа обследовала этот участок. Совместно члены комиссии пришли к выводу, что дополнительная зебра здесь необходима. И вот сегодня работники дорожной службы разметили место нового пешеходного перехода. 16 июля было проведено комиссионное обследование на предмет соответствия подъездных и подходных путей к школам города. По результатам обследования было установлено ряд недостатков, как возле данной школы отсутствие пешеходного перехода. В связи с чем было принято решение оборудовать на данном участке пешеходный переход на барьере предварительного снижения скорости.